Ну что ж, я вернулся, и памяти у нас еще достаточно, так что пошли. Но куда? Отойди ты к... Чё нельзя? О! Пошлятина. И куда нам идти, что нам делать? Контрольная точка... А, понял, понял. Походу опять. Я догадался, нам нужно электричество починить, да? Эй, может пароль как-то связан вот с этим? Такой же символ был на двери сокровищницы. 1419, 1420, 1421. А что, если это не дата? 1419, 1420. Боже мой! Что? Бог! Да говори же! Я и говорю. Тетраграмматон. 72 имени Бога. Видишь? Они заключены в трех стихах книги Исхода. С 19 по 21. Но это еще не все. Выстроив четыре буквы иврита, составляющие имя, в равностороннем треугольнике... И сложив их числовые значения, мы снова получим 72. Точно, ты уверен в этом? Да, Ребекка, именно поэтому я это и рассказываю. Но самое интересное впереди. В 72 году началось строительство Колизея. Кажется, это и есть наш пароль. Шон, заводи фургон. Мы едем куда-то. Едем, едем, едем. Честно, было бы лучше посмотреть на дорогу еще. Ух ты, Колизей. Достройка, что ли? Дежавю. Точно. Пошли. А как же мы? Вам, кстати, там может понадобиться историк. Шон прав, этот тоннель ведет под капиталистский холм. Я помогу им найти другой вход. Будь осторожен, Дезмонд. Я поведу. Хорошая шутка. Я видел твою машину. Да. Жаль, не прижег веры. Ух ты. Куда нам дальше? Так, если мы пойдем сюда. Люси, я уже скоро буду у входа. Очень хорошо. Увидишь гладиаторов, мой совет, беги. Ха-ха. Буду иметь в виду. Так, нам нужно попасть туда. Неужели прыжок веры? Даже не верится, что яблоко будет у меня в руках. Вот-вот. Интересно, изменит ли оно что-нибудь? Поможет ли нам? Должно. Иначе быть не может. О, какие-то воспоминания.
Или нам вот так вот? А, ну да. Я понял. Нам вот так. Ага. Оп. Началось, Дезмонд. Нам нужно как-то перебираться на ту сторону. Йо, я не имел в виду это. Опа! Как думаешь, что мы найдем? Надеюсь, что карту храмов. Ну да. И что, яблоко просто... Черт! Да? Что-то не фак. Верится. Может быть, в этот раз нам повезет? И что делать? Что делать? Я упал. Тогда что делать? Ага. Ладно, идемте назад. Я упал. Да блин, опять. Опа. Фу. Куда там дальше? Неужели сюда? Ага, значит сюда. Так, нам сюда. Прыгай, молодец. Так, или нам наверх? Хотя да. Нам сюда. Здесь столько всего. Прямо настоящий лабиринт. В гипподиуме находились клетки для гладиаторов и машины, поднимавшие их наверх. А сверху, прямо над тобой, располагалась сама арена. Очень ценно. Я понял, что нам сюда. И куда дальше? Ага. Все, понял, понял. Берем дело. Вот так. Либо делаем вот так. Все очень легко. Ты. И что? Сколько дней до запуска спутника тамплиеров? Так, нам я вижу сюда. 72. Какое это имеет значение? Га-га-га-га-га-га. Пароль от двери. Кто-то хочет, чтобы мы ничего не напутали. Похоже на то. Опля. Теперь нам сюда. 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 И вот так. Опа. Воу. Наконец-то снова на знакомой земле. Что это? О.
Ух ты! Здесь мы поместим эпилог нашей истории. Пусть он попадет к тому, кто достоин. Пусть он направит его. Пусть поможет найти путь. Пусть спасет мир, который мы покидаем. Кто ты? Вот-вот, кто ты? Что случилось, Эдмонд? Ничего. Я как вижу нам сюда. Уже темно стало. Немножко сложновато, но интересно. Так, давай вылазь, вылазь, вылазь. Не, ну не очень сложно, как Дезмонд. О, наконец. Вначале мы доверяли наши знания пергаменту, камню, памяти людей. Оказалось, что это недолговечные материалы, стертые огнем, стертые голодом, стертые потопом. Люди снова стали невинными. Невинными и невежественными. Так. Да я так вижу. Что дальше? А, ну да, все понятно. Оп. Угу. Что за? Я иду. А вы не торопились? Что это за место? Санта-Мария Рокуэлли. Ты видишь эти колонны? Они построены на развалинах. Говорят, что эта церковь стоит на месте древнего храма Юноны. Потолок мне нравится. Тебе понравился потолок, да. Путешествовать с собой одно удовольствие. Ну, пройди на контроль. Какое-то знакомое место. А вы помните это место? Куда теперь? Здесь что-то есть. О! Это наверх вылазил. А, ну ладно, мы можем остаться здесь и помолиться. Ух ты! Оу. Мы не создали их мудрыми. А теперь они — наша последняя слабая надежда. Они — это вы. Вы можете понять нас. Но вы ломаете наши орудия и не обращаете их друг против друга. Мы уничтожили все, что смогли, и спрятали остальное. Есть.
Оу. Отлично. Что-то открылось. Но не все. А для того, чтобы уничтожить мир, многого не нужно. Это безопасное место. Вечное. Хранить предметы, слова, мудрость, но не жизнь. Хотя мы были близки. Йоу! Время разрушает. Где там эта лестница или что-то такое? Мы можем отвлечь его, обмануть его, уклониться от удара, но его сила слишком велика. Лестница, да? Бесконечно. Да. Мы не можем вечно сражаться с ним. Давайте еще раз. Оп. Оп. Как будто опять эти храмы прохожу. Прыгай туда. Опа. Да блин, как туда допрыгнуть-то? Если он не хочет. Ой-ё, началось. Теперь уже наследство пошло. Да блин. О, да ты ё... Ого. Еще вниз пошел. Ё-моё. Быстрее можно? Мне побыстрее бы. Выше, 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 выше. Есть. Есть. Выше, 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 выше. Есть. Опа. Начинаем. Так. Этого вроде в планах не было. Дезмонд, спускайся сюда. Уже иду. Хоп. Хоп. Я не уверен, что... Смотрите, как Шон уперся, трусишка, ничего бы остался. Да, если хочешь убить нас, приятель, то тебе надо больше стараться. Мы пришли. Да, пришли куда-то. Так, теперь пароль. Если Шон окажется прав. Я всегда прав. Кстати, о том тупике. Нет, не было такого. Вот прыгай, да? Вау. Нет, ну мне же надо. Или нам сюда надо залезть? Как думаешь, она понимает по-английски? Да говори уже! Ну ладно. 72. Неужели яблоко Эдема, за которым мы охотились в Assassin's Creed 1, 2?
А Бразерхуд мы его нашли. Имею в виду как Дезмонд. Вы должны это видеть. Вау. Яблоко лежит в самом центре. Пора узнать, где находятся эти храмы. Яблоко лежит в самом центре, но как мне туда добраться? Если попасть в каждую из них, получится подать ток на центральную платформу. Или превратить комнату в корабль пришельцев и улететь. Я могла бы говорить 100 лет, и вы все равно не поняли бы. У вас 5 чувств, у нас 6. Одно мы утаили от вас. Вы никогда не будете знать. Вы можете так видеть, обонять, размещать вкус, осязать, слышать. Но знание вам недоступно. Черт, блин, Дезмонд, Дезмонд, как ты мог, Дезмонд, Дезмонд, ай, свой. Так, давайте мы, пожалуй, пойдем. Черт. Нам нужно как-то... Ага. А, вода. И как нам туда попасть, а? Музыка-то самая, блин. Оу. Ага, это надо за время, что ли, да? Понял. Есть. Опля. 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 Так, давайте мы вот сюда пойдем. Сюда, сюда, а потом мы идем сюда. Потом, когда мир начал гибнуть, мы пытались передать это через кровь, связать вас с нами, но удачи. Вы видели голубое сияние, вы слышали. Ой, блин, не то. Так, подождите секунду. Так, я тут. Ё, не на ту напрыгнул. Чёрт. И на ту прыгнул. Зашибись. Ну блин, достало уже. Еще раз. Ага. Я понял. Куда нам? Да! Нам следовало остановить вас. Удачи.
Ёкала мене. Трудно забираться на такие. Мне сложно сохранять спокойствие, зная то, что знаю я. Мы ждем тебя, Дезмонд. Ты придешь сюда. Ты активируешь его. Ты все поймешь, но слишком. Ты слышала это? Что это, Дезмонд? Наконец-то. Вау, мы дошли. Не могу поверить, что мы добрались. Так где эти храмы? Хочешь, чтобы я спросил? Или подумала, или еще что. Ты уверен, что задал правильный вопрос? Я знаю этот символ. Это фригийский колпак. Он символизирует свободу, а это масонский глаз. Вместе они находятся только... Что? Я не могу пошевелиться. Ты активировал яблоко. Оно общается с твоей ДНК. Отпусти меня! 72 дня до момента пробуждения. Ты наше дитя. И дитя наших врагов. Конец и начало. Тот, кого мы ненавидим и почитаем. Последнее путешествие начинается. С тобой через врата пройдет спутница. Но я не вижу ее. Крест заслоняет ее от моего взора. Что ты делаешь? Ух ты! Он должен быть открыт. Ты должен сыграть свою роль. Весы должны прийти в равновесие. Что делать? Что это делается? Это что, я должен идти? Хватит! Прошу! Ты знаешь очень мало. Мы должны направить тебя. Ладно, что надо, что надо. Не сопротивляйся. Да блин, что делать? Нет! Нет, это да, нет. Я не хотел бы тоже. Вау. Готово. Путь лежит перед тобой. Осталось найти ее. Пробуди шестое. Иди, один. Все, ребята. Вот такой был у нас Assassin's Creed. Brotherhood. Что ж, пора подводить итоги. Может, опять что-то появится. В общем... Мне очень понравилось, надеюсь, вам понравилось. Я и нервничал, и как проходил, как получалось. Скоро вы увидите, уже можно после записи удалить эту игру и устанавливать Assassin's Creed Откровение. И начинать проходить Assassin's Creed Откровение. Но пока я буду обрабатывать Дьявол, эти части... Дьявол, шок! Клади его в машину! Это единственный выход. Но ведь это все из-за них. Не спорь с экспертом. Делай. Нет. Так вот. Я хотел сказать, откровение начинать.
вот. Что-то я хотел сказать, но я забыл. Да, ну да, просто за откровение. Музыка здесь прелестная. Мне очень нравится эта тут музыка. Пока вы будете смотреть титры, я буду пока говорить с вами. Не знаю, сколько у меня там памяти осталось. Вот и все. Я прошел Assassin's Creed Brotherhood. Я проходил и с нервами, и без нервов. Чувствую, тут будут тоже долгие такие титры, как в Assassin's Creed 2. Говорят, Assassin's Creed Brotherhood такая приличная, нормальная, там, долгая немного, больше длинная, чем Brotherhood. Ну, откровение увидим. Будет так будет. А, да, я хотел сказать, когда будете смотреть, когда я уже выбрал все серии, я буду пока отдыхать от Assassin's Creed. А потом, когда я выложу последнюю часть или предпоследнюю, я начну записывать. Так догнать. А пока буду отдыхать. Даже как-то отдохнуть немного. Еще. Надеюсь, вам понравилось. Также буду проходить Assassin's Creed 3. Ну. А насчет 4 я не знаю, потому что дожить еще надо. Вот все-таки я закончил Brotherhood. И мы начнем скоро откровение. Потом третий, а потом уже где-то четвертый, но не знаю когда. Ну когда он выйдет, может мне комп не потянет, потому что мне тогда будет. Может я тогда уже комп, как вы слышите, вот табац и комп тогда обновлю. Либо не обновлю, я не знаю, что тогда будет. Может много чего тогда поменяется, может. Мало видео буду снимать. Так что, вот так вот. В общем, играйте в игры. С вами был Саня Электрик. Если будет какая-то видеозаставочка, я буду просто играть и комментировать. Может буду, а может нет. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. До следующего. Ну и все, до откровения. Пока. А я отрубаю микрофон. Пока.